Всем большой-большой привет! С вами Анна. И начинаю свой обзор по 12-му каталогу. Заказик не очень большой. Вот такой у нас каталог. Такой красивый, новиночки. И у нас подарок. Очередной подарок для новичка. Это порошок концентрированный, универсальный. Ультракондиционер для белья и пятновыводитель. Для белых и цветных тканей. Подарок отличный. Присоединяйтесь, покажу, расскажу. И о подарке ссылочку внизу прикреплю. Итак, поехали. Заказала две бутылочки. Я коробки уж не стала наверх поднимать, все равно их. Они не помещаются в кадр. Так что вот такие две бутылочки. Давайте одна заказ, а вторая я заказала своей дочке. Давайте посмотрим. Вот такая вот бутылочка. Смотрите, какая прелесть. Вот, можно вот так нести, да. Ну, в общем, она такая довольно простая. Вот такое горлышко, ничего особенного. Так, сейчас посмотрим. По-моему, 500 миллилитров. Так, артикул 11861. Так, нигде нету, но, по-моему, 500 миллилитров здесь. Так, давайте вот так поставлю. Так, далее освежитель. Воздуха, это тропический бриз, это заказ тоже, он очень-очень понравился, уже который раз повторяют. Что могу сказать, они на водной основе, они безопасные для человека, даже при вдыхании, но при всем при том, они очень хорошо распыляются, мелкодисперсный такой распылитель. Вот давайте покажу, вот так вот, да, нажимаем кнопочку и распыляем, очень удобно, вот так вот. Вообще, мне очень нравится вот ананас, вот тропический бриз, апельсин с корицей. И вот очень даже хороший спрей. Так, далее заказали по акции Donna Felice 1 и 2 мужских аромата Uomo Felice. И там была акция, если берешь 2, там тоже какая-то цена ниже. И если берешь 3, то есть там еще ниже цена. Я сейчас, конечно, не вспомню эту цену, но если кого-то интересует, вы пишите в комментариях, я расскажу. Так, давайте, может быть, расскажу примерно об ароматах. Это цитрусовые ароматы, но, честно говоря, Uomo Felice как-то больше нравится, чем Donna Felice. Они примерно одинаковые. Сейчас давайте найду их вот здесь. Так, и у нас, значит, Donna Felice сладкий лимон, идет флер д'оранж и тиковое дерево. А Uomo Felice бергамот, лаванда и дубовый мох. Вот так. В общем, конечно же, ароматы нужно слушать в пробниках. Вот так сделаем, чтобы было видно. И далее. Далее вот такая пенка для ванны. Это детская. Аромат манго здесь. Ой, такой сладенький аромат манго. Супер. Но у меня вот яблочная у ребенка. Ей очень нравится, но там аромат яблока, и они настолько такие ароматы очень правдоподобные и приятно. Прям даже вот я всегда рядом с ребенком сижу, пока она там принимает, да, ванночку, плескается. Ей очень эта пенка нравится, эта пенка не уходит, то есть мы можем и по часу сидеть, и пенка остается. Так, первую коробочку откладываем. Давайте еще вторая у меня тут. Так, вот далее такие. Скоро у нас осень. Сушилки для обуви. Вот такая прелесть. 3 штучки. Знаете, наверное, попробую артикулы я не говорить. Если кому-то что-то интересно будет,
вы тогда в комментариях пишите. Вот она так действует, да, получается, вкладываем. Инструкция вот есть. Скройте упаковку и уложите сушилки в обувь. Вот так, да, на несколько часов или оставьте на ночь. После использования положите сушилки на отопительную батарею или в сухое проветриваемое помещение на 3-4 часа. Вот так. Давайте сейчас открою. Ух ты, как они запакованы. Вот такие. Интересно, чем там наполнено оно у нас? Состав спанбонд. 100% полипропилен. Наполнитель силикагель. В общем, честно говоря, я не знаю, что это такое, но я надеюсь, что они будут работать, будут помогать. У нас скоро осень, это все пригодится. Дальше, вот такие детские колготочки из хлопка 100 ден. Это на сайте, в каталогах их нет пока, я просто знаю, что они очень хорошие. Цвет здесь бордовый, размер 92-98. Вот они вот такие бордовенькие. Давайте откроем. Вот так. Вот такие вот колготки. Приятный такой бордовый цвет. Хлопок очень неприятный. У меня на самом деле такие я уже брала. Я просто докупила, не знаю почему, одну штучку. Наверное, буду брать еще. Может быть, побольше размерами. Они очень-очень классные. На самом деле. И сидят, и не сползают. На ребенке сидят отлично. Так, дальше. Еще детская серия. У меня шампунь для душа и гель для душа. Эта серия хоть и для мальчиков, Технокидс, но почему-то мне для девочек серия с малиной не нравится. Ну, не нравится мне аромат малины этот и все тут. Это аромат дыньки. У нас прям вот дынька-дынька такая спелая, вкусная, классная. Ребенок спрашивает, где же моя дынька, где мой шампунь. Вот один мы оставили, когда уезжали. Вот докупила. Далее. Далее гель для интимной гигиены. Серия Story d'Amour. Мне очень-очень нравится именно вот с таким дозатором. Есть у нас еще одна, но она, не знаю, не очень удобная и не очень понравилась как-то вот. Хорошая, но вот что-то не то. Я не знаю. Вот это нам с мужем очень нравится. Это для чувствительной кожи. Не знаю, честно говоря, в чем отличие. Вот такая вот вещь. Та, которая у нас вторая есть, она немножечко, как сказать, пожидче. Вот. Это более такая плотненькая текстура, гелевая. Очень интересно. Аромат такой легкий, еле уловимый. В общем, очень приятно пользоваться такой вещью, таким средством. Далее. Далее, вот такая вообще чистка у меня. Давайте вот так. Можно прочитать. Значит, нержавеющая сталь у нас материал. Давайте открою сейчас, чтобы не шуршать, и вернусь. Вот такая прелесть. И я, честно говоря, взяла вот с помощью вот этой стороны. Я даже не знаю, как бы. С помощью вот этой стороны можно резать вот так вот. Вот. Просто, видите, тут такая фигурная нарезочка, просто что неровные пласты, так скажем, овощей, а какие-то вот интересненькие. А вот эта насадочка, вот видите, она такая квадратненькая, это для корейской морковки. Я, собственно, из-за этого и взяла. Я не знаю, как она будет в работе, в действии. Давайте уберу обратно. Я не знаю, как она будет в работе. Но я надеюсь, что понравится. Так, далее. Далее вот такая у меня стевия. Я очень захотела попробовать, что же это такое. Тем более, что я не могу пить кофе без сахара. То есть чай я пью без сахара, не могу с сахаром. А кофе я без сахара не могу пить. То есть хоть чуть-чуть, хоть немножечко должно быть сахара, и я хочу заменить этот сахар, вот даже чуть-чуть. Я, конечно, не отказываюсь полностью от сахара, но вот где можно, там хочу попробовать заменить.
Вот такая вот вещь стеви. Это все-таки заменитель. Мне, конечно, очень интересно, что это по аромату, если я по запаху. Слушайте, довольно приятный, приятненький такой запах у нее. В общем, буду пробовать, потом, возможно, расскажу. Так, и последняя вещь, которая, я даже не знаю, сейчас попробую освободить для нее место здесь и вернусь к вам. В общем, вот такая коробочка. Это многофункциональный измельчитель, 3 в 1. Я очень долго смотрела на него, наконец я собралась с духом и купила. И давайте будем смотреть, что же там внутри. Я его не распаковывала. Мне, конечно, самой очень интересно. Так, давайте, наверное, так распакуем. Так, такие насадочки здесь. Будем смотреть, что же это. Так, ножи, вот насадка. Это, видимо, для... Это насадка для смешивания. Крышка. И вот такое. Сейчас пакет вытащу. Сама чаша. Вот у нас получается идет. Вот эта насадочка для сушки зелени. То есть мы кладем сюда зелень, да, вот так вот. И так ставим. Вот. Поставили, закрыли крышку. Получается. Так, далее. Так, далее. Вот так вот. Ставили. Вот так, наверное, поверну, да. Вот тут ручка. Ух ты. Вот так выскакивает. Вот видите? Ой. Вот такая ручка. Мне, конечно, все не помещается. Вот. И давим. Вот так вот. Я даже не знаю, как показать. Собственно, вот так, наверное, поверну. Да, вот, вот мы нажимаем ее, и она будет крутиться. Вот таким же образом получаются ножи. И вот такая насадочка еще у нас вот, для смешивания. То есть она будет крутиться и будет смешивать, я не знаю, что, может быть, яйца, да, там... Может быть, творог смешать. Вот я как раз для творога обязательно это попробую. Вот такой, в общем, у меня был заказик. Спасибо всем за внимание, за просмотр. Ставьте лайки, я буду очень рада. Спасибо за внимание. Пока-пока.